Юра Бавин забил один гол, Коля Димитров тоже один, а Эрик три. Григорий Викторович Иванов дал им 10 рублей и предложил разделить их по заслугам. Сколько должен получить каждый футболист? А помните, этот у этого было? А Козлевичу? А Козлевич и на это не заработал. Мы вообще должны с Эриком поделить по 5, а Коле ничего не должно достаться. Это вообще мой вариант. Ну, я предлагаю разделить им поровну по 3 рубля 33 копейки. А если математически, то... Дело в том, что у нас командный вид спорта, а по заслугам они получают там заработную плату. А это, я так понимаю, Григорий Викторович дал им 10 рублей. Надо высчитывать проценты, правильно? Получается, у нас 5 голов. Да? Юль, ну ты мне помогай. 5 голов. 5 голов. Получается, 20% получаю я, 20 Коля, и остальные 60 Эрик. Все правильно? 6 рублей получает Эрик, я получаю 4, а Коль ничего не достается. Нет. Вот так вот. Ладно, а мы с Колей делим по 2 рубля. Вот, моя задача решена. Вы предлагаете разделить им по заслугам, но каждый из них вас угощает в ресторане. Вообще отличное предложение. Но на 10 рублей тут не шиканешь, мне кажется. Все это было в миллионах. За 2 тайма Петрус Бумаль пробежал 13,6 километров. Ну это вранье. Сколько километров он пробежал в первом тайме, если во втором он пробежал больше на 1,6, чем в первом тайме? Так, поразмысли немножко. Сейчас скажу. Так, 13,6 минус 1,6, да, это будет 12, да? 12. Ну, получается, 6 километров он пробежал. Не знаю. 13,6 немножко завышено, я думаю. По 6 километров каждый тайм пробежал бы, нормально было. Владимир Ильин хочет нарастить мышечную массу. Для этого ему нужно употреблять 2 грамма белка на килограмм собственного веса. Футболист рассчитал, что ему необходимо 154 грамма белка в день. Сколько весит Владимир? Так, ну давайте посчитаем. 2 грамма белка на килограмм. Так, ну соответственно, нужно 154 разделить на 2. Значит, так, получается 77 килограммов весит Владимир Ильин. 76 килограмм. Не, ну просто реальный вес 84 Владимира Ильина. Да нет, мне кажется, ему достаточно. Постаревшей информации, ты навесил 18 лет столько. Ну, в общем, я считаю, что задача справился. Про чей вес важнее считать с команды? Ну, я думаю, что про Емелин, потому что у него вес может быть в недельном цикле 85, а в день игры 92, как его номер на спине. Я ему говорю, Емель, завтра игра, ну, хватит, ну, на ужине, чуть-чуть по это. Попридержи коней, он говорит, типа, завтра надо потолкаться, завтра тяжелая игра, нужен вес. Футболка Дениса Кулакова стоит 8 рублей, а шорты Георгия Чантурии в 7 раз дороже. Сколько стоит футболка и шорты вместе? Я не уверен, что шорты Георгия Чантурии должны стоить в 7 раз дороже. Это, речь идет о игровых шортах и футболке или нет? Или я думаю, нет. Я не знаю, может, моя футболка вот Nike, а у него шорты, я не знаю, там брендовые какие-то. Louis Vuitton или Dolce & Gabbana, тогда это вполне реально. Значит, шорты мои стоят 8 рублей, шорты Георгия Чантурия в 7 раз дороже, значит 56 рублей. И сколько стоит футболка и шорты вместе? 56 плюс 8 получается 64 рубля. Вы что, издеваетесь, что ли? Дмитрий Парфенов отсмотрел 2 часа и 10 минут записи с тренировки команды. Ну, заканчивайте, вы что? Одна серия «Игры престолов» идет 52 минуты. Я таких фильмов даже не знаю, что это? Сколько серий телесериала он успел бы посмотреть, если бы не работа? 2 часа – это 120 минут, плюс 10 минут – 130 минут, делим на 52. Ну, 2 серии, что? С половиной, наверное, да, там надо? Сколько?
Две с половиной серии. Но половинку же серии не смотрят. К сожалению, наверное, я не посмотрю ни одной серии, потому что очень много работаю. Но тренировка, я думаю, интереснее, конечно же.